Всем привет! Хочу снять небольшой обзор на китайскую магнитолу для Лады Весты. Так, вот как она включается. Магнитола выключена. Включаю первое положение ключа. Так, смотрим. Буквально 1-2 секунды она включается. Так, теперь задняя скорость. Выключаю зажигание. Включаю заднюю скорость. Так, поворачиваем ключ на зажигание. Ну, примерно так же по времени включается. Так, далее на Vitel. Сколько ловит спутников, спрашивают. Антенну спрятал. Соединение со спутниками установлено. Антенну спрятал за панелью приборов. Приклеил там. Так, смотрим спутники. Вот так где-то. И обычно спутников 12 ловит. Самое большое я видел, 16 спутников было. А так в районе 9-12 спутников. Какие они там? ГЛОНАСС, GPS, я не знаю. Ну, это штатный радио. Плеер стандартный. Так, вот информация по спутнику. Ну, я не понимаю тут, что показывает он. Сколько каких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 спутников. Ну, я и говорю, где-то спутников 12 в среднем он ловит. Так, насчет кнопок на руле. В меню есть такой пункт, но как... работает и работает ли вообще, я не знаю. Потому что ничего тут не отображается, но у меня и кнопок нету. Комплектация Classic Start. В общем, вот такой вот, если можно назвать, обзор. Интернет раздаю с телефона. Можно подключать и сюда вот два USB, один 3G. Пока сюда воткнул. Так, ну вот пока и все. Будут вопросы, спрашивайте. Постараюсь ответить. Все, всем пока.